Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала. Сегодня 19 апреля. Мы находимся в теплице Олима в Саргашском районе. Здесь высажен гибрид 00161 от компании Саката. Высажен он был чуть раньше, чем остальные гибриды вот, в предыдущих видео, где-то 15 февраля. Ну да, обратите внимание. 20 февраля приблизительно. 15-20, да. Обратите внимание, уже тоже верхушку прищипнули. Точку роста остановили. Открывай листья, показывай. Вот первая. Первая кисть, видите, низко расположена. Вот вторая, вот третья, вот четвертая, пятая. Пятая, да, вот отцвела. Тоже плоды уже завязались. Вот эта дуга, она вся одна и та же. Потом, ну, видно, что тебя здесь показывают. Она нормально идет. Да. Давай, давай я листья уберу лучше. Видно? Посмотри. Раз, два, три, четыре. 5. Да, хочется отметить, что плоды в кисти, они равномерные, да, более-менее равномерного размера, да. Готов. Не через от силы 10 уже будет краснеть. И пятая кисть вот очень невысоко расположена, то есть это значит, что между кистями расположение, расстояние очень короткое. Это тоже плюс для невысоких теплиц. Ну, нормально. Вот да. Этот именно гибрид, он мне понравился, могу сказать, 100%. Открывай вот, пускай. С той стороны можно снимать его, вот. Ну, посмотрим, да, возможно, еще приедем, когда он будет созревать, чтобы заснять этот момент. Я вот еще специально листья не убираю у него. Он под листьями еще, смотри, листья мы вообще не убирали, под листьями он хорошо растет. Он не ему есть, например, некоторые гибриды, когда листья не убираешь, он начинает там что-то там гноить или что-то такое. Но у него ничего нет. Вот, например, раз, два, три, четыре. Это другой гибрид. Четыре арака, это все с этого, пожалуйста. Он по той стороне. Вот первая вон там внизу, вот вторая, вот третья, вот четвертая, вот пятая, даже вот шестая. Ну да, пока очень неплохо себя показывает этот гибрид. Будем следить за ним в дальнейшем. Спасибо за внимание. До новых встреч.